Ну, я считаю, что любой человек хочет дольше жить. Умирать никто не хочет. Вот, хоть верим мы в загробную жизнь, не верим, но в любом случае хочется пожить еще на этом свете. Если было бы бессмертие, я думаю, что никто бы от него не отказался. Ну, хотя бы до 150 лет, ну, там, прожить как можно две жизни, да, в любом случае. Еще посмаковать эту жизнь, увидеть немного интересного. Но проблема в том, что станет много людей, я не думаю, что это будет, потому что, к сожалению, смертность никто еще не отменял. Вот если мы все стали бессмертными, но в любом случае мы будем еще, будут наши дети, наши внуки рожать других детей. Вот я думаю, места на планете хватит всем. Еще достаточно мест, которые можно осваивать, где можно жить. Планета, она огромная, вот, и большей частью не заселена, поэтому бессмертие, наверное, был бы такой подарок. Вот, по крайней мере, ну, я не вижу ничего там плохого, потому что умереть мы всегда успеем, а вот дать нам еще возможность пожить, а почему бы нет?